Всем привет! С вами творческий уголок. Наступила новая неделя, она у меня оказалась гусиная. Собираюсь на последнюю ярмарку, которая оплачена у нас в Минск, поеду. И у меня всех гусей раскупили на прошлой ярмарке, поэтому связала вот таких гусенышей. Два гусеныша вот такой на длинной шее. Это все, что смогла связать за неделю. Вот такого красавчика. Гусеныша-авиатора. На прошлой ярмарке его купили сразу, я вам уже говорила. Ну и еще желающие были. Ну, у меня он был один. Ну и вот сейчас тоже один получился. Не успела я больше связать. Так что надеюсь, что и на этой ярмарке он просто произведет фурор. Вот такой красавчик. Ну и вот такого еще большого гусеныша. Такие вот лапки у него красивые получились. Вот. И брелочек один получился тоже. Ну, пока что так. Ну и связала вот такую мишутку из плюша, персиковую такую красавицу, потому что зайчика у меня достаточно, надо немного подвязывать и других, так скажем, игрушечек. Вот глазки такие у нее красивенькие, голубенькие. Вот повязочка снимается, сарафанчик снимается. Здесь он на таких пуговичках, и он съемный. Сарафанчик из полухлопка связан. Ну, вот такая вот солнечная, красивая девчуля получилась. Не знаю, возьму ее на ярмарку или нет, потому что ярмарка будет на улице, она такая светлая, такая красивенькая, там может быть и дождик пойти, и вообще запачкаться, поэтому, наверное, буду ее продавать через Инстаграм. Вот такая вот красавица. О, мы пришли на выставку. Вот такой у меня сегодня стол. Ну, понятно. С такими игрушечками. Вот такая лама. Здесь? Да, уже они тоже такие вот именно были. И кролики были. Да, ламы нет. Вот сцена такая будет. И, конечно, много-много разных продавцов своего товара, собак. Это выставка собак, поэтому мы сюда вот попали. Ну, посмотрим. С утра был дождь, а сейчас посмотрим, что будет. Thank you.
еще раз всем привет. Следующее включение. Побыла я на маркете. Это была ярмарка на улице. Поэтому утречком шел немножко дождик, а потом была погода очень-очень хорошая. Поэтому мы там немного поторговали. Это была выставка, фестиваль животных, поэтому людей было очень-очень много. Все люди были с собаками, ну, там немного кошечек было. Программа очень интересная была, там стояла сцена, стояла там много развлекательных разных мероприятий. Было очень много, ну, других тоже развлекаловок, и для деток очень много всего было. Сама торговля шла от горошек маркета, поэтому столы стояли, тенты стояли, дождь на нас не попадал, и когда он там шел, поэтому все было очень-очень хорошо организовано. Я осталась такая довольная этим маркетом, что просто не передать словами. Организаторы просто вот молодцы, они предоставили все, и столы хорошие, и тенты были, и освещение потом, когда немного уже солнышко начало уходить, они предложили освещение, как бы свое освещение приносили, но как бы шнур они протянули. Людей, еще раз скажу, было очень-очень много. Просто вот толпа шла постоянно. Мы стояли с 12 и до 8 вечера. И просто вот толпа людей шла вот беспрерывно. Поэтому очень осталась довольна. Так, ну что продала? На этот раз гусики мои все остались. Ни один гусик не продался, но зато этот раз у меня продались все, не все, конечно, но продались зайчики. Я говорила, что у меня зайчик ни один не продался на прошлой ярмарке на Млыне, но этот раз просто невероятно что-то было. Продалось очень много всего. Я осталась, конечно, очень довольна этим маркетом. Продались два зайчика в худи. Затем продалась зайчик в люльке. Вот такая люлечка большая осталась, маленькая продалась. Продалась моя русалка, у которой был гардероб, еще и платье там ей связанное было. Вот это вот все продалось. Затем пришли, купили моих собачек. Две собаки. Была одна такса, одна была такая с ушами красивыми, разноцветные. Вот это все продалось. Затем брелки там кое-какие продались. Кабибарочка продалась, и Пикачу продался. Короче, продавалось все очень хорошо. Как бы место, стоимость места было 100 рублей. Это, конечно, очень дорого, но оно оправдалось очень быстро. Даже вот в течение, наверное, часа, короче, мы вернули свои деньги за аренду. И потом уже пошла прибыль. Короче, осталась очень-очень довольна. Ну, если подводить итоги, побыла я на трех ярмарках. Это вот в торговом центре была ярмарка, потом Чаровный Млын. И вот это от Горошика Маркета ярмарка на улице. И самая лучшая оказалась вот эта вот последняя ярмарка, самая выгодная. На ней я больше всего как бы заработала. Осталась довольная, но игрушек еще у меня достаточно, конечно, осталось, которые можно как бы продавать. Этот раз почему-то с полухлопка у меня
не продалось, наверное, ни одной игрушки. Ну, может, что-то там и продалось, но не очень, короче. В основном с плюша все игрушечки продались с плюша. Ну, поэтому буду... Я как бы думала потихонечку от плюша отказываться и переходить на полухлопок, но нет, наверное, пока что я еще повяжу и из полухлопка, и из плюша. Но в следующий раз уже теперь буду вязать потихонечку уже на осенние маркеты. Поэтому там немного уже хочу подвязать тыквочек. Затем начать вязать змеек различных. Ну и еще теперь уже раз зайчики мои разошлись. Теперь уже я свяжу несколько зайчиков. И как раз на зайчиков у меня уже есть даже реснички, которые пойдут в ход. Ну и, конечно, надо подвязать уже теперь и люлечек, потому что это уже последняя у меня люлька с зайчиком осталась. Вот такие планы. Ну, на этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь.